Помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко 11 студеня проведе у Брагинском райвыконкаме прямую линию и прием громадян по особистых питаниях. Завернуться с питаниями можно с 10 до 11 годин по номеру телефона у Брагине 2 11 20. Затем до 13 годин будет проходить прием насельництва. Номер для попереднего запису 2 12 30. У Гомельской области вылучены 4142 кандидаты у местные советы депутатов. Про это поведомил старшиня областного выборкама Алексей Неверов. Заявы от претендентов на депутатский мандат подадены во все округовые выборчие комиссии региона. У сравнении с попередней выборчей кампанией у местные советы означается большая активность громадских объединений и политических партий. У городском поселку Октябрьский Гомельской области у мая этого года планируется ввести в эксплуатацию первый арендный дом. Будовництво веде Светлогорский Бутрест номер 20. У новой шматповерховцы будут проживать 30 семей. Новоселами станут жадающие скористаться арендным жильем и молодые семьи, которые подпадают под указ об арендном жильевом субсидировании. Усяго селета побудуют свыше 800 арендных квартир. Цалком арендные шматповерховки альбо сполученные с социальными квартирами з'явятся бодай у кожным районе в области. Что до адресного субсидирования, то на гэты год, згодно указу номер 240, запроектовано будаўніцтва каля 2000 кватэр. Больш за ўсё новасёлу будзе ў абласным цэнтры. У Гомеля и Жлобине сегодня протягивается областный этап Республиканской олимпиады по учебных предметах. За призовые места и возможность трапить у финал по 17 предметах спрашиваются каля 1040 школьников из всех районов в области. Серед основных задач споборництва – повышение цікавості вучнів до вывучаемых предметов, развитие их творчих здольностей и реализации идеи бесперапынной эдукации шляхом подрыхтовки молоди для протягу ее навучання у ВНУ. У приватности диплом переможцы республиканского этапу дає 11-классникам максимум без экзаменов поступать у любую высшую научную установу Беларуси. Выники предметной олимпиады на Гомельщине будут подведены у пятницу 12 студеня. У Гомельской области вызначили самые популярные имены 2017 года. Ими стали Артем и София. Серед самых распаусюдженных именов для хлопчиков так само Матвей, Иван, Михаил и Максим. Серед жаночих именов это Ганна, Ксения, Виктория и Лизавета. Батьки выбирали и экзотичные имены. Например, Громослав, Виссарион, Глафира, Радамира, Ибрагим и Фатима. Цікаво, что до редких сегодня относятся и такие звыклые нам имены, как Виктор, Антон, Юлия и Вольга.